Как стать успешным и не упускать возможностей? Быть в нужное время в нужном месте. Не зря говорят, кто владеет информацией, владеет миром. Но как из этого информационного потока выбрать только самое полезное, важное и нужное? Проект «Осмысленное чтение» научит вас понимать текст, анализировать его и выделять главное. Как в художественной литературе, так и в важных документах, новостях или социальных сетях. Ну и, конечно же, в рекламе. Но зачем это нужно? Ежедневно я работаю с огромным количеством документов. Это жалобы, иски, претензии. И от того, насколько я внимательно и детально изучу материалы, будет зависеть исход дела и даже судьба человека. Осмысленное чтение и изучение документов может защитить от мошенников, потому что многие злоумышленники специально указывают недостоверную информацию и вводят в заблуждение сторону, которая изучает документы. Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, необходимо осмысленное, детальное и внимательное изучение документов и текстов. Наверняка каждый из вас пробовал приумножить свое состояние. Думал, куда инвестировать, как иначе заработать. Но мало просто мониторить информацию, которую вы получаете. Очень важно вникать в ее суть, анализировать то, как правильно инвестировать. Вникать в опыт тех, кто уже это делал. Хотите приумножить свое состояние и не совершать те ошибки, которые совершали другие? Анализируйте всю информацию, которая к вам поступает. Вникайте в самую суть тех вещей, которые вы анализируете. Учитесь на чужих ошибках. Вдумчиво читайте цифры и документы. Именно это позволит вам оставаться в выигрыше и не переплачивать. Один из самых главных ресурсов, который у нас существует, это время. Как его инвестировать, зависит от нас. И, конечно, лучше всего это делать с умом и по велению сердца. Но при этом очень многие жалеют об упущенных возможностях. Я думаю, что не стоит об этом жалеть, стоит делать правильные выводы и двигаться вперед. И могу сказать то, что, наверное, одним из главных инструментов на пути к достижению собственных целей является развитие критического мышления, поиск и анализ различных трендов, различной самой информации, которая бывает. И тогда все у вас будет получаться. Все будет хорошо и в бизнесе, и в инвестициях, и везде, где сами захотите. Я знаю, о чем говорю. Во многом именно развитие навыков анализа информации помогли мне быть там, где я нахожусь сейчас. Каждый день наш мозг анализирует различную информацию. Только делать это нужно правильно. Анализируйте и будьте в теме вместе с проектом «Осмысленное чтение».